Что? Так. Ты у меня сиганул почти что. Не-не, нельзя спрыгнуть. Нельзя спрыгнуть. Вот так и доверяет Джохан, вот так и доверяет Джохан. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на Джохана и Мармока. Называется видос «Как душить питона». Многообещающее название. И чё, не будем тянуть резину? Будем смотреть. Мы же готовы, и я готов смотреть. Погнали. Игры новые, все по-старому. Да. Она барана? Барана напугала. Ты повинен с баран. Я сдвинулся с лица барана. Батя засал. Батя сейчас голый. Он же, блядь, он только прошел, он сейчас... А, я думал, он голыми руками этого барана. Не, змею душит, смотри, батя прям при дочери, блядь. Блин, Башкович такой седой стал, вау. Я не играл по Savannah Blood, я, ну, прочитал про нее обзоры, и, скажем так, я не в восторге с того, что они сделали, систему какую, но все-таки все равно приятно видеть персонажей каких-то вот таких культовых для меня. Это Париж? Типа, я могу вот так встать. Что? Так. Ты у меня сиганул почти что. Не-не, нельзя спрыгнуть. Нельзя спрыгнуть. Вот так и доверяет Джохану, вот так и доверяет Джохану. Все меняется в этой жизни, кроме тебя, блядь. Дергает, я дробаш нашел. Точнее, не нашел, а. О, смотри, смотри, подойди сюда. Посмотри, 10 хп лечит суши, я не знал. Давай лопать суши. Все. А че не квадратные такие? Это вот это вот с лососем. Какая прикольная квадратная тупо с Майнкрафта. Подожди, ну-ка, а что вот это за суши? Что? Кто? Вот посмотри на эти, блядь, Майнкрафт, суши из Майнкрафта. Ты видишь? Реально Майнкрафт. Смотрю. Ну это... Что? Я тебя не вижу. Что? Повторяется портал, я не понимаю, в чем... А где реально Мармок? И заберись ко мне как-нибудь. О, вот так зайди. Давай, смотри, смотри. Нет, ну, можешь зайти, там что-нибудь не будет. Давай, где? Это где красный. Я? Где я? А, консул. А, консул сейчас. Где я? Где? Что? Что? В смысле? Ну, нормально. Реально повторилось. Снизу? Где ты? Подожди, стой, ты сейчас где? Это же подозрительно. Привет. Не смог его убить ножом или что? Они жирные же есть. Да там ничего... Нет, это обычный, но что-то ничего не появлялось. Я пропустил подсказку. Как фонарик использовать? Сейчас фонарик. Чтобы достать фонарик, нажмите, а не скажу. Да ты гони, я ничего не вижу, реально. Спасибо за помощь, Мармок. Вот выруби фонарь, по приколу выруби. Ничего. Вот это я вижу. Включи фонарь. На что? Да. Так я вижу. Фу. Твой фонарь, что ты... Не, видно, понятное дело, но типа еле-еле видно, потому что типа ты делаешь... Так я и говорю, и... ты бы ориентировался по моему фонарю. Прекрасно. Хорошо, давай, поехали. Только по твоему ориентируюсь. Давай, ты где? Сориентировался. Я упал, капец. А там пропасть. Смотри, я не видел обрыва. Короткая история о моем коротком возвращении в PUBG. Я знаю... О, PUBG? Вы что, сеньор, вы извращенец? На минус этим стелгером. Ладно, PUBG для каждого, каждому свое. Да. Я раньше тоже в PUBG играл. А вот где ты сейчас пролетал? Часов 500 наиграл. Ебать, ты видел зону нахуй? Я не хочу смотреть, но судя по всему, блять, это полный пиздец, да? Просто максимально уёбищно. Ой-ой-ой, ну тупейшая, ну, зона. Настолько... Данила, нужен транспорт, прямо сейчас. Три карта первая. Давай, Данила. Прям небольшая ностальгия, честно, признаюсь. Когда смотришь, как играют в игры, которые ты когда-то играл, это было, когда она только вышла, когда была она супер забагованная. Такая небольшая ностальгия. Кто помнит время, когда ты ездил на машинах, лучше бы ты не ездил, называется, на машинах, потому что ты, если во что-то врезался, ты сразу взрывался, потому что твоя машина встревала в текстуру и взрывалась. И когда машины друг с другом сталкивались, они тоже, блин, взрывались каким-то невероятным способом, сцеплялись как собаки. Короче, все было очень странно в этой игре в свое время. В плане физики, сейчас, как знаю, вроде получше. Скажешь, там есть, и да, там есть. Ну, еще и паркур добавили, я знаю.
твой блядский конченый мерзкий вздох, блядь, это означает только одно. А у тебя 4x, у меня коряк будет, у меня глушитель. Данил, я не хочу сдохнуть! В первой игре за, блядь, полгода. Мы не умрем. Мы не умрем, все нормально. Будем объективны, нам никак не добежать без машины. Да. Никак. Нам нужна машина. Я завис. Да? Как хорошо. Mm-hmm. Какая заставка, блядь, Данил, что ты подыхаешь, Данил? Слышу топ. Можешь положить аптечку возле меня? Да. Я слышал, как ты это сделал. Нет, да ты упал, придурок. Слышал, как ты сделал. Данил, стреляй, хули ты смотришь? Что за ворошиловские стрелки? Меня вырубили. Данил, меня вырубили. Данил, вот здесь. Вот, давай, пригинайся! Сядь! Его сейчас убьют тоже. Дымы в этой игре что-то все-таки решают. Уже едут. Врежется. Не врежется. Врежется. Сажусь. Врезался, блядь, убивай. Садись. Меня вырубили, поехали. Блядь. Меня вырубили, отлично. Он сзади меня. Постреляйся с ним, что ты делаешь? Я не вижу, где он. За мной, между нами. Между нами тает лед. Угу. Куда ты уехал, блядь? Ну, в смысле, я не уехал, я отошел. Ну, реально, а что ему делать? Правильно сделал, что отошел? На самом деле, много чего было прикольно. Что-то Дискорд кончен настроен. Господи, как ты, блядь, настрой, молю, порог. Ты тоже сейчас прерываешь. Ты постоянно прерываешь. На самом деле, это не порог. Это у него видно, что глюк интернета. У Дискорда отвратительный сервера. Вот кто бы что ни говорил, как бы ни хвалили Дискорд, в TeamSpeak таких проблем, как в Дискорде, у меня никогда не было. В Дискорде бывает, ну, вот и нередко, что связь обрывается. Собеседника, может быть, слышно. Собеседник может начинать робовойсом говорить. Короче, очень странная фигня. Конечно, нон-стопом. В смысле, я прерываюсь. Воу-в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 оу. Вот это фризы были. Что за лаги, блядь? Что происходит? Господи, что это? Оптимизация. 12 FPS, что это? Что с пабгом, блядь? Я в зоне, господи, я в зоне! Не желаешь сыграть от воды? От какой воды? А так в воде плавать всю игру? Нет, никакой воды, не хочу никакую воду, хочу. Да ну, просто, вода это, блядь, прекрасно. Занять любую позицию. Я знаю, как в эту игру, блядь, выигрывают. Это БТР, что ли? Что BTR. Это, блядь? Это БТР. Я знаю, как эту игру выигрывают. Звучит уверенно. Сейчас красиво все сделаю, вот так. Опа. И. Фу, я думал, сдохну. Короткая история. Красиво сделал. В моем возвращении. Красавчик. В Раст. Я вижу животное. Ну, раз. Пизди его нахуй, собирай все, что упадет с него. Ну это медведь. Пизди его нахуй. Он же ёбнет меня. Он не ёбнет, они здесь стоят на месте, успокойся. На этом сервере они не двигаются. Смело ебошь его. Что за сервер странный? В смысле? А нет. Да. Да, он убил. В смысле убил тебя? Ну, он ёбнул лапой и убил нахуй меня, блядь. Они очень даже двигаются, блядь. Они офигеть. Не двигаются, не может этого быть. Я тоже вижу медведя. Опять вижу медведя. Да, сейчас в жопу, просто пизди его, просто в жопу бей, всем похуй. Нет, ему не похуй, не бей его. Не бей? Не бей. Скажи, бро, а ты любишь космос? Не бей. А если да, то Старк? А если да, то ты знаешь, что у меня как бы космические скидки на сайте игр. У меня появился свой магазин игр. Там есть все. Возможность выиграть лицензионные ключи к множеству игр. CSGO Premium, Overwatch, Minecraft и многие другие игры. Также вы можете 100% купить аккаунт, даже с полным доступом. Также есть промокод MINI10, по которому получите 10% скидку. И знаете что еще? Если вы мне кинете номер заказа в личку ВКонтакте, он указан, когда вы его оплатили на сайте, я вам обязательно распишусь на стенке. Главное, откройте ее заранее. Ссылка и промокод есть в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. А вот теперь продолжаем смотреть. Кажешь, привет из Владивостока. И тебе привет. Сколько у тебя времени сейчас? Что за игра? Ё-моё. Это какой-то из Том Клэнси? Не бей. Я не бью ее, я просто ее пижу. Типа Wildlands и так далее. Да. Точно? Я уже не уверена. Ну, подумай, хорошо, ответь. Нет, в порядке. Вот видите, все хорошо, а вы думали, что я бью ее. Дурочки. Молодец. Что за игра? Что? Помогите. Помогите. Что делать, если проглотил гранату? Проживать для начала и проглотить, наверное. В смысле, он уже проглотил гранату?
Если, конечно, ты о фрукте. А если о настоящей, то... Сказать последнюю эпичную фразу и сдохнуть красиво, наверное. Я бы так сделал. Не знаю, какую фразу я сказал. Наверное, что-нибудь типа... Зацени, как пёрну. Это неплохо. Это эпично. Мне кажется, просто я говорю, знаете, я боюсь играть в такие игры, потому что, пипец, я горящий человек. Я горю на искусственный интеллект сильно. И на людей горю. На всех горю. На Полину горю. На всех горю. Хочешь ли, Полина, попробовать ЖМЖ? Надеюсь, да. Кажется, нет. Меня убить просто. Кажется, нет. Очень сильно хочется. Так ты же умрёшь. Все, мне хорошо, пацаны, блядь. Отдыхает, он просто отдыхает. Как приятно полежать. Я просто заебал стоять, серьезно. Мне так приятнее гораздо. Так можно же лечь, ебать, вот так, видишь? Так это для лохов, нахуй надо. Не надо, не врубайте музыку громко. Бля, чувак, не хочешь заработать? Рахшан, пой. Хочешь работать? Работай на меня. Какую работу? Работай на меня. Что? Что, блядь? Понятно. Не, ну это... Невероятный ролплей, так сказать. Это твой парадный костюм? Да. На выход? А ты модный. Поэтому Равшан и здесь. Не понял. Ты меня уебал, блядь. Там еще Равшана запиздят. 10 минут. Че их так много в одном месте? 10 минут? Не едь с ними, Равшан, тебя сейчас трахнут там, ёб твою мать. Может. Равшан. Что? Равшан, секс, блядь. Друзья, ну вот как-то вот что так. Что за фигня происходила? И, наверное, я не буду долго затягивать, неплохо, потому что я хочу, честно говоря, пойти погулять. Я запарился сидеть дома. И гулять советую важно, тоже побольше, кстати, времени проводить на улице активно, а не только сидя и смотря в монитор. Короче, большое спасибо за... Монитор это тоже классно. Посмотрим, он хороший, это нормально. Приятно, если вам было приятно. А прикольно, пошел, они сцепились. Вот, а раньше, если бы они так сцепились, они бы еще взорвались обе. Нафиг просто. Слушай, друзья, ну как без этого? Да. Стул тебе не скрипит, даже как-то обидно. Что это? Что он делает? У меня, видимо, со старого компа какие-то настройки стояли. Хотя не должно было быть так. Окей, ждем чего-то, кека какого-то. Должен быть какой-то кек. Прощай твой компьютер. Дальность прорисовки, дальность теней. Частиц. Качество объектов, качество деревьев. Его компьютер сейчас кирдык. 5 FPS. Ты на каком квадрате? Я поставил все максимально только что. Он сейчас просит о пощаде. Меня выкинуло. Не, ну настройки нормально работают. Так сказать, знаешь, оно намекает, что хочешь хорошую графику, иди в реальную жизнь, братишка. вот так и живем, вот так и в Rust играем. Ребята, ссылка в описании. Приходите, подписывайтесь на Джохана. Пишите ему комментарии. Пишите мне комментарии, чтобы попасть в ролик. Нажимайте на лайк, нажимайте на кнопку подписки, если вы тут впервые. Ведь знаете, что с каждой подпиской на канал мир становится добрее. А я наглее. Ну, как обычно. Все, как мы любим. Все, ребята, будьте молодцами. Смотрите со мной видосики. Пишите, какие еще видосики хотите, чтобы я посмотрел. Потому что сейчас такой дефицит видосов. И приходится думать, что смотреть. Вот такие дела. Все, всем пока. Всем удачки. Всех люблю. Муа.